Всем привет! Сегодня 20 февраля 2023 года, 16 часов. Сегодня днем такая погодка была опять, весенняя-весенняя, опять реки текли, к вечеру уже тянет морозом, небо такое, переменная облачность, солнышко залезло, а днем прям вообще хорошо, чуть-чуть выбежала погулять, еле загнал. Так она такая, смотрю, она к двери подойдет, стоит, к стене жмется, стена теплая, это в том месте у нее всегда стоит. Ну, такое вообще все теплое время года. Диванчик, старенький диванчик. Тот, что раньше был в доме, сейчас там получше лежанка. И вот я ей ставлю на веранде, там миска с водой. И она там всегда любит лежать. Смотрит за ситуацией, гуляет, дышит воздухом. И это видно, ей уже хочется погулять так. И прям не заходишь, не загонишь. Выхожу, загоняю, она раз убегает. Только я зайду в дом, она опять туда, на свое место. Ну, думаю, ладно, пока рано еще по морозу диванчик ставить. Как потеплеет, уже хочет тоже на прогулке бывать. Вот собаки сразу воображать начали. Чичи пока ждет обеда, еще не обедали мы. Прибежал после столовой недавно, после ресторана своего. Сегодня долго так гулял-гулял и опоздал. Пришел уже без 22 в столовую. И там как бы все было. Людей нет, еды полно, мяса все, с каждым днем все больше и больше. Причем я так набегался, поел, сижу и чувствую, не могу встать. Прямо как от пуза наелся. Такое чувство, что просто уже там не столовая, а ресторан. Скоро нужно будет ему звезду Мишлена присвоить. Так что люди подходят, потихоньку все едят, уходят. Красота. Тепло так там разморило, думаю, как хорошо. Вот, ну а мы сейчас пожрем и будем собаки, вот воображухи они, конечно, сразу. Лежали себе, лежали, а тут, пожалуйста, хозяин вышел, шел, глянем, сколько тут градусов, да будем заходить. Кстати, интересно такое, вот оно показывает, плюс 3, плюс 4, но уже почувствуется, уже маст появляется на снегу. По Google погоде, вот это приложение, которое в телефоне, показывает завтра до минус 12 ночью. А синоптик UA у меня на компьютере стоит, там показано, что завтра будет плюс 6, а к вечеру, ну, к вечеру такое 0, минус 1. Так что заморозки идут, но как-то вот по разным прогнозам они как-то очень сильно разнятся. Ну, будем надеяться, что тепло дотопит этот снег, и грязи будет не сильно много. Сегодня такие луженцы возле кузни, там прямо такое озеро огромное. Прямо озеро-озеро. Я даже подошел к нему и думаю, как его обойти. Влево 100 метров, вправо 100 метров. Прямо такое стоит себе болото. И не знаешь, куда ступить, потому что там кое-где ливневки даже отсутствуют. И можно так ногой вступить и утонуть. Вот, думаю, кино будет во время войны. Утонуть в луже. Вот это будет кино. Попаду в книгу рекордов Гиннесса. Как самая глупая смерть во время войны. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. До завтра.